Да, ну здравствуйте, господа. Давайте сниму. Да я... Да, через зеркало-то хуйня. Ну что, господа мои хорошие, идет подготовка к конкурсу «Браво». Сейчас у нас на часах 22:00 почти, там без нескольких секунд. Мы их сейчас довертим часы. Вот, как наши... постановки вертит мне голову, Джим. Да, крутит. Да, там делает вот так. Да, на, возьми, вот, сними. Давайте, сними. У меня руки жирные. Да, и что, и я не знаю, как это снимать. Да давайте вот так вот снимем все это дело. Ребята, все это шествие будет завтра, 29 октября 2018 года. Да, это, естественно, будет... 13:30 в Ютубе на канале, да? На канале, да. И, конечно, будет. Не нарежемся. Мы откроем этот канал новый. Да, Джим, мы, конечно, вот. Да, этот канал. Сейчас родилась идея. Мы откроем канал, Джим, и золотые эти. Вот это. Ворота! А, я думал, яйца. Не, это очень бесхана было. У нас нет. У нас не золотые. Мы вставим это во вторую часть. Да, это будет продолжение. Да, да. Короче, ждите нас, мужики, в эфире. Да. Это будет что-то, я вам обещаю. Это не напоминает Бивиса. Бивисы, батки! Это трешняк, ребята. Но мы держимся. Идет кукуруза! У нас еще впереди много времени. Кукуруза! Да, сегодня очень много образов на самом деле. Я хоть уже и с простреленной башкой, но я бьюсь, репетирую. Сейчас выхожу на сцену. Вообще, народные артисты, вы не представляете, насколько это кровавый, потный труд. Да мы ни просто один пашем. Зритель не может представить, ёбали. Что. Ее балеринами мы можем стать. Да, это, то есть, да, это да, оговорка. Он немножко у него это пересохло. Горле, да. Нет, ну ладно, ребятки, давайте. До скорых встреч в Ютубе. Пока.